Вот этот человечек мне наступил на ногу. Я не могу уменьшать, ладно. Лен познает новый телефон просто. Да, парад. Ну что, Лен, как заселение? Пиздец, просто вот как это ноль очков. Это не окей, это очко. О, дизайн какой-то. Там красивый дизайн. А вот там тоже красивый. Лен вдохновлен дизайнами. Питер типа город художников, все такое. Считается. Да? Расскажи какой-нибудь рандомный факт о Питере. Здесь очень грязно. Ладно. Стоим. А я на видео снимаю. ТСК образовательный. Извините, я немножко не подготовился. Ну, я так бывает. Это тот самый Starbucks. Мы опоздали. Если мы найдем вкусные точки, то это будет тоже прикольно. Золото. Слишком много золота. ТСК золотые, комната золотая, все золотое. А,
А? Лимонад и лимонад. Лимонад нет. Лимонад. Это моя лимонад. Еще одно было? Нет. А лимонад у меня. А мы на мосты опаздываем. Мы опаздываем на мосты. Пошли, Вайя. Окей, хорошо. Вас напало море? Здесь у нас романтический ужин при свечах. Рыба с морем пьет. Вот она, ему не нравится. Ю, остается Ю. Летит. Ю, пойдем.
Смотрите, как у меня. Пусть не упади! Второй тоже, да, он классный. Второй не докончил. Ну и что? Да, можно, я разрешаю. Это так надо. Типа у меня тоже не законченный, блядь, педаль. Да, ну просто неизвестно еще, когда мы увидимся. Вот именно. Подписывайте. Два раза? Два, может, разные, потому что одна. Кстати, у тебя есть куда положить? Фарик может быть у вас есть. Фарик в чемодане. Да, в чемодане. Я Майка? Это, скорее всего, просто сегодня попала. Да, это Майка. Это Майка. Это та самая Майка. Тебя зовут? Да. Ой. Мне сразу вспомнились эти кардыши. Да. Только сказали про Майку, это первозавр. Ульон, спасибо за спонсорство моего хорошего настроения. Ты в работу на ней пойдешь? Да. Я знала. Режь штучку. Просто сразу сейчас. Там еще про тебя. Корни мемов. Начнем с этого. Ой, у меня тут еще какой-то мем. Что там? Покажи, покажи, покажи. Ладно, по факту. Что это? Ой, перо. Перо? Ой, как классно. Это прям писатель уже? Да, это шручка. Перо, перо. Типа на нем можно и на стикерах этих писать. Отойдите, отойдите. Типичные весы просто. Весы для весов сделаны. Сделаны весами. Это типа, видимо, как ручка сделана на перо. Класс. Что это? Класс. Классно. Не гусь это. Переверни, покажи, я не вижу. Нет, не это. А что именно у меня? С вами не за то, что еще. А, дайте это там. Нет, там, видимо, письмецо. Да. А мне письмецо это? Вообще. А, кстати, потом почитаешь. Фига, красиво. Это сначала. Какой красивый, да.
Мне тоже читать, что ли? Нет, нет, нет. Уйон, ты до чего ты детей довел? И нас тут всех тоже. Мы тут болото развели. Уезжай из болота, выбираю велосипед. Мы заправили частичку болота. Предлагаю основать тут город. Как назовем? Блин, надо подумать. Ты Сокосича? Бросили вы. Тисикеевка. Село Тисикей. Тисикей село. У тебя есть такое село? Тисикей? Мы не поедем туда, если что. Давайте поговорим об этом сразу. Мы поедем в село. Ножик выдай. Сейчас покажу. Давай на камеру здесь. А что чайло подойдет? Давай покажем на камеру красоту. Стикерочки. Стикерочки красивые. Ручечка. Есть Андреевка, есть китайка. А что там написано? Что? Именно на спереди, да? Котику Джину от Уйона. Ну что, а теперь Чончик? Чон, давай. Типичный хирург. Ассистент хирург, давайте. Доктор, мы утеряем. Доктор, мы утеряем. В смысле, пока еще нет? Мы уже потеряли его? Чанюа, где твой подарок? Я немного могу показать. Тело, маска для сна. Там Венди. Это Барби. Ну что, ты у нас прям Кэнди будешь. Так, хор. В каждом Кэнди есть корни, брелок. Вот здесь прям плотненько так. Прям так написал, так написал. Дорогому утенчику от Уйона. Что? Какая-то драма. Yes, армис. Ля, красота какая. Вау. Хотя бы ты не сдайся, ты. Мы уже здесь вообще потоп устроили. Да. Ну кто там тихонечко подушку поплачет, ебать. Это офигеть. Держись, пожалуйста. Ой, ты мужик. Я руки трясутся. Просто, ну вообще. Что? Я теперь хочу такой же селку сделать. Это будет лучше мемом. Я положу это под чехол просто. Да, ты хочешь сделать? Я вижу. Прекрасно. Покажи. Покажи. Чтобы было лучше, да, но я понял. Я тут перевернула. Он предвидел питерскую воду. Ты можешь сказать, что он просто живет в Питере, он шарит. Да, прямо сейчас. Просто приложи, но не сильно. С этим брелком сочетание я просто не знаю, что круче. Ты можешь сниматься, так и делать манку. Ой, на вайбэк обязательно.
Идеально. My bag и пиджама версия. Да. Можно не понять? Да. Вкусно? Вкусно? Я если зацеплю, ничего не чувствую, жалко. Мне тоже. Ты так ничего не чувствуешь? Да, я и так ничего не чувствую. Лёва, классно. У Йон мастер подбирать подарки. Это кошмар. Простите, я все. Кстати, у Йон, знаете, что написал беседу? Сейчас покажу. Проходящий мимо мужчина сказал, не плачь, вернется. Чтобы не порвать. Я понял, как это делать. Долго. Головоломка разгаданная. Что-то на японском. Сейчас, друзья. Походу, они только чёрный гусь купили себе это. Что это? Сидеть. Вот, всё, конфетки. Счастливый путь, я прочитал «Счастливое детство». Я такое пишу, не знаю. Я читать не умею. Вы ничего не видели? Ты съедаешь чужие сердца? Конечно. Сердцеед. На, еще конфетки. Вкусно. Это странно, почему мы начали? Ну, конфетки на вас много. Потому что он слишком сладкий. А вот, извините, вот это. Подожди, сейчас. Там мыло, видимо. Нет, там конфетки. Я бы тебе мыло. Это типа пососи или что? Это, подождите, я сфокусируюсь с этими, с рекламами, свинс, да,